Так, друзья, всем привет, не поверите. Вот такой огромнейший ящик, не знаю, сколько здесь килограмм. Жора, будешь смотреть или нет? Жора приболел, наверное, килограмм 25. Просто неподъемный, ребята. Сейчас будем разбирать и смотреть. Так, смотрим, мои хорошие. Все почти новое, в идеале. Так, Третьяковка, какой год? 84-й. Сейчас мы еще дойдем до низов. Можете себе представить, какое количество их, ребята? Это просто. Не поверите, купил это все за 200 гривен. Вот так вот. Учитесь, мои хорошие. Я думаю, ну, скажем так, что по-любому плюс там... Даже если 500 гривен сверху, уже хорошо. Тут есть какие-то удостоверения лежат. То есть мне отдали вот так ящик огромнейший. Сейчас будем рассматривать, что здесь есть, чего здесь нет. Свидетельство о браке. Так, какой год? О, смотрите, ребята, 1911. Раз, это отдельно все надо поразбирать. Вот свидетельство о браке тоже. Это, наверное, так, удостоверение к знаку. Такое вот, дипломы. Какой год это, наверное, 50-й. 50-й. Мандат. Смотрите. Обалдеть. Это реально я хапнул. Я вам скажу. Очень круто. Боже, сколько тут удостоверений. Тут одни удостоверения, наверное, гривен 300 будут стоить. Вот, смотрите. Короче, я их сейчас отдельно все положу. О, марочки. Класс. Удостоверение. Чье? 81 год. Участник Великой Отечественной. Кстати, может... О, класс. Обалдеть. Облсполком 80-й. Вот такие вещи. Представьте, люди отдают просто... За копейки отдают, потому что, не знаю почему, даже отдают это все. Двадцать девятый год удостоверение. Шикарно. Так. О, фотографии это отдельно. Вот еще какое-то удостоверение. 65-й год. Эротика присутствует в наших сердцах. Так, что это? 65-й. О май год. О май год.
Да, тут если поразбирать, тут будет все. Грамоты. Открытки. Может, на Виолете выставлю с рубля. По-любому будет интерес. Сие чудо. О, боже, сколько их, ребята. Я не знаю, тут больше, наверное... Больше 2000, наверное. Грамот-то сколько. Ой, а что это такое? Ё-моё! Ребята, это все, слышите, нифига себе, это все удостоверение, обалдеть, дипломы, вот, смотрите, вот идут, вот сколько удостоверений, дипломов, старых открыток, кстати, довоенных, фотокарточки, обалдеть, реально обалдеть, посмотрите, что творится. Вообще новый 56 года. Обалдеть, вообще новый. Это вообще класс. Боже, сколько тут вещей. Ё-моё, фотокарточки. И все. О май год. Вот это я сегодня затарился на 200 рубчиков. О, Феликс Эдмундович. Да, это бинго, мои хорошие, это реально бинго. О, а это что такое? Ля, представьте, еще что-то лежит в коробке. Обалдеть. Так, киндер-сюрпризы. Смотрите, что здесь. Ё-моё, карточек сколько. Смотрите. Обалдеть. Это все отдельным лотом пойдет. Календарей сколько старых. Реально сегодня я сорвал просто бинго. Просто бинго сорвал. Там книга. Книга 20-го года вот лежит. Смотрите, какие карточки. Да. Вот Иван Грозный, 23-й год. В идеальнейшем состоянии. Тут одна книга стоит 100 гривен.